Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня у нас в продаже сеялка John Deere MaxMRG Plus вакууметр 1710. Она полностью в рабочем состоянии, то есть в этом году сеяла. Ей можно сеять по стерне. Захват у нее 9 метров, год выпуска 2010, маркера все на месте, полностью комплектные. Общей сложности, то есть идет у ней 12 банок. Так, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядков идет. Полностью обслужена работа, готова к работе, то есть данная сеялка. Бункера все целые, без швов. Вентилятор, то есть работает с помощью гидромотора. Коробка все на месте. Производство USA. С данной сеялкой, друзья, дается еще некомплектная. Такая же некомплектная. Здесь вот есть сварка. Ну, сварка очень аккуратная, прям очень грамотная. Замена деталей, видимо, была. Возможно, даже заводская сварка, потому что прям очень хорошо сварено. Прицепное все в порядке. Скорее всего, дилерами сварка была произведена. То есть есть возможность складывания для более компактной транспортировки. Вот такая сеялка, друзья. Если вас заинтересовало, обращайтесь там, звоните, пишите. Будем ждать ваших звонков.